Эй, вы решили или нет? Куда дальше поедем? Мы в спешке приехали с самого начала, но так и не решили, какое будет место назначения. Мне все равно куда. Размеры здешних монстров для меня не составляют никакой трудности. Эй, сестрица, может поедем в более-менее безопасное место? Все равно у Ло Цзинь уже много очков, они уже не уступают нам. А, у нас есть такой мастер, как сестрица Лин Шуан, да и машина у нас быстрая. Первая остановка будет здесь. А это разве не зона действия демонов Аю? Демоны Аю? Демоны Аю – это самые опасные монстры на побережье реки Ламу. А, такие сильные. Если встретить его одного, то он будет вовсе не сильным, а наоборот даже слабым. Но проблема в том, что они живут все вместе, они очень умны и питают ненависть к людям. Они всегда нападают группой. И если окружат, то живого места не останется. Именно поэтому никто туда и не ходит. Если отправимся туда, то все баллы будут нашими, и никто у нас их не отберет. Большой Сюн, у тебя крышка поехала. Если мы отправимся туда, то погибнем. Эй, тебе что, жить надоело? Успокойтесь, ничего не случится. Разве сестрица не с нами? Ай, Сюн, а как ты на это смотришь? А? Ну, вы сами решайте. А, раз так, тогда я за. Отлично, 2-3, решено, выезжаем. Нет, не поеду, высадите меня, сестрица Цу, прошу, можно мне выйти? Держи свое мнение при себе, если мы тебя оставим здесь одного, то ты умрешь быстрее. Впереди место обитания демонов, Аю. Когда выйдем из машины, все наденьте броню, нужно быть в боевой готовности. Ну что, все готовы? Броня палача, оружие, пушка скоростного напора. Мы все. Броня охотника, оружие, меч, отнимающий жизни. А, ты так сильно боишься смерти, специально купил эту броню. Броня пожирателя жизни, оружие, крестовой маховик. Да, я тоже. Одежда воина. А где Мо? А, да, я тоже. О боже, почему тебе досталось такое? Это же форма храма войны, такую броню ни за какие деньги не купишь. Скорее дай мне потрогать. Какое качество, такое ни за какие деньги не купишь. Эта броня так хороша, и где папа достал ее? Что-то приближается. Всем искать укрытие. Большой Сюн, доложи обстановку. Вижу цель. Вижу 2 демона Айо. Похоже, они патрулируют местность. Убедись, нет ли поблизости других монстров. Поблизости нет других монстров. Хорошо. Джан Дасюн, Ли Юньму, приготовьтесь действовать. Есть. Бинго, поздравляю с выигрышем. Цель ликвидирована. Рабочий союз музыкантов. Город Черного Императора в этом году довольно быстрый. Уже прорвался в топ-4, а прошло всего полдня. И почему в этом году участники города Белого Снега такие сильные? В прошлом году они были на 49-м месте, а теперь они в 30-ке лучших.
«Эй, посмотрите на город Счастливого Ветра! В прошлом году они были на 136-м месте, а теперь попали в топ-70 лучших участников!» «Говорят, в городе Счастливого Ветра в этом году новый участник по имени Ло Цзинь. Неужели причина именно в нем?» «Ло Цзинь? Не смеши меня! Как он мог набрать столько баллов?» Спасите, спасите меня! Эй, Линьму, твоя очередь! Ладно, ладно, я уже здесь! Я завлек демонов, а я остальной на вас! Ага, беги скорее! Эй, нападайте, все вместе! Порублю! Линьму, разве я тебе не говорила концентрироваться во время атаки? Ведь сзади мы... Линьму, не дай ему сбежать! Нельзя, чтобы он доложил обо всем своему племени! Отдайте его мне! Маховик пожирателя жизни. Прямо в яблочко! Неплохо справились! В этот раз мы убили всего 30, а не 40. Должно быть, мы уже заработали немало баллов. Куй железо, пока горячо. Ань, приведи еще стаю демонов, Айу. Убьем еще несколько. Опять? Я должен быть приманкой? В пятый раз? Я не буду, я чуть не умер. Хорошо, пусть тогда Юньму будет приманкой, а ты будешь сражаться в первой линии. Сражаться в первой линии? Нет, нет, подожди, можно я буду приманкой? Я не хочу сражаться. Сестрица Шуан, чего ты застряла? Ты говорил, что Ли Юньму пробудился меньше года назад? Да, говорят, он пробудился за несколько дней до испытания. Пробудился полгода назад и обладает такой силой? Это необычно! Я знаю, что это необычно. Именно поэтому я и позвал его в нашу группу. Эй, ребята, ребята! Готов здесь бежать! Что? Это же... Глава демонов Аю! Все, отступаем! Сегодня у нас большой улов. Вау, Юньму убил 230 монстров, принес нашей команде 43% дохода. Так много. Сестрица Шуан тоже убила 92 монстра, что составило 35%. Ребята в прикрытии тоже смогли убить столько. Ничем не хуже сестрицы Шуан. Сестрица Шуан все время прикрывала меня, иначе она бы легко обошла меня. Но если бы не защита Шуан, я бы не смог так легко атаковать. Он хочет перебросить все заслуги на меня, говоря так. Он специально прячется. Ань, чего с тобой? Чего так приуныл? Весь день старался изо всех сил, а получил только 5 баллов. Не ной, я тоже получил всего пару баллов. Верно, чего реветь-то? Я отдам все свои баллы тебе. Баллы можно отдавать?
А, тогда я тоже отдам 15% таракану. А? Ты уверен? Ты ведь с трудом их заработал. Ничего, мы ведь команда, мы должны сотрудничать. Ли Юньму, почему ты такой хороший? Если бы я был девушкой, то точно бы в тебя влюбился. Ладно, ладно, уже поздно. Давайте разделим добычу, а потом пойдем в палатку отдыхать. Хм, это кристаллы энергии потока? Они так блестят. Хм, красивые. Напоминаю, что кристаллы, взятые у монстров, сохраняют свои свойства только в течение 12 часов. Используй быстрее. Ай, сначала я хотел коснуться акупунктурной точки после возвращения, но позже. Придется делать это здесь. Ай, в первый раз выбирать точку так волнительно. Ага, их так много, а какую надо? Могу посоветовать сначала точку святого. Что касается единственной точки потока в голове, то с помощью силы мысли можно развить ее гораздо быстрее. Святая точка? Хорошо, тогда она будет первой. Вот черт, мне как-то не по себе. Да ну, 5 кристаллов зажгли только 70% святой точки? Разве нельзя зашить точку потока всего одним-двумя кристаллами, если у тебя данные не очень? Неужели мои данные такие плохие? Поздравляем! Система теней успешно обновлена. Ого! Моя малышка, ты обновилась! Запустить систему теней! А, у тебя тоже есть костюм воина? С нынешними габаритами система тени равна хозяину и не будет уменьшаться, так как хозяин использовал святую точку, уровень интеллекта теней возрос. Хозяин может управлять действием тени с помощью силы мысли. Я могу управлять телом тени? Ха, надо попробовать. А-а-а! А? Это я? А, я правда в теле тени? А, эта функция очень крутая. Не зря я ждал полгода. Спать ночью – это просто пустая трата жизни. Настало время полуночного веселья. Только нельзя, чтобы меня заметил Большой Сиун. Фу, вроде все вобрал. Этой ночью я сражался с монстрами и вбирал энергию кристаллов одновременно. Тело еле вынесло. Но с помощью кристаллов, которые я вчера получил, убивая монстров, я смог постичь святую точку. Это тоже много. Так что это за вещь? Демоны Айо, которых я вчера встретил, кажется, охраняли эту вещь. Эй, Момо, ты хорошо спал? Пора вставать и выдвигаться. А, хорошо, я уже иду. Как результаты прошлой ночи? Такое. 4 кристалла зажгли 80% точки озера на ладони. О, круто! У меня 5 кристаллов зажгли только 75% точки моря на ступне. А, Ли Юньмо, а ты сколько точек вчера ночью зажег? С твоими данными, наверное, больше, чем одну.
Я зажег только 70% святой точки. 70? Меньше, чем у нас? Неужели наши данные выше, чем у тебя? Серьезно, прости. Эй, вы двое, садитесь в машину, мы отправляемся. Куда сегодня поедем? А надо говорить. Конечно же, мы поедем сеть вожаку демонов Айо. 3-4 дня пронеслись в мгновение ока. Ребята бесперерывно сражались. Всех ждал большой прогресс. Взаимодействие в группе тоже улучшилось. Ребята могли понимать друг друга без слов. Скоро они смогли уже убивать монстров высокого уровня совместными силами. Ли Юньму каждую ночь тайком убегал тренироваться в теле своей тени. Он уже смог зажечь 4 акупунктурные точки, и его сила возросла вдвое. Господин, вы меня искали? Похоже, в этом году в городе Счастливого Ветра завелась темная лошадка. Да, рейтинг города Счастливого Ветра уже превзошел ожидания. У тебя есть информация об этом парне с красными волосами? Линьмо, обычный человек, ничего особенного. Но группа, в которой он работает, кажется, набрала много баллов в этом году. И даже обошла малый отряд Ло Цзинь, на который возлагались большие надежды. Линьмо, Ло Цзинь. Из них может что-то получиться. Жаль только, что команда города Счастливого Ветра мне не по душе. Таланты, которые я не могу использовать, в будущем становятся большой угрозой. О, что вы имеете в виду? На сборах в центральном районе ведь смерть нескольких учеников – обычное дело. Да, я вас понял. А вы уверены, что нам стоит нападать на это племя? Там есть несколько шаманов, владеющих магией, и старейшина, который умеет приручать диких животных. Не волнуйся, я уже проверил. Их старейшина не племени. За шамана мы получим больше баллов, чем за этих мелких сошек. Это хороший шанс. Я поддерживаю предложение Большого Сюна. А сестрица? Вы все сделали прогресс за это время. Теперь пора попробовать монстров покруче. К тому же, мне нужны черные кристаллы. Да, сестрица Шуан все это время помогала нам расти и свою добычу отдавала нам. Идем, Большой Сюн, поборемся с более сильным противником. Аньцзи, работа по приманке на тебе. А, мы и правда пойдем. Почему Анзы так долго? С ним ничего не случилось? Не волнуйся, ничего с ним не будет. Он уже зажег точку озера на правой руке. Его боевые навыки не уступают моим. Не ожидал. Я эти несколько дней не дурака валял. Готовься к битве. Вернулся. Ну что ж, пора работать. А? Это опять та команда, которую все обсуждают? Вроде ничего обычного. Вы уж извините, но баллы в этот раз будут нашими.